Оно прям тут сбивает. Бах! Давайте, ребятки, хоть один сбейте. Ох. На! Потух. Сейчас дойдет, звук дойдет. На! Беспилотники летают по всей центральной части России, вплоть до Москвы и Петербурга. Вот что сказал главный военком Москвы. Какой же это все пи***ешь, что... Сегодня доложили, что 28 населенных пунктов Курской области под контролем ВСУ. И что дальше? Я вам больше скажу, в последующие дни попадет еще 10-15 под контроль ВСУ. Мы русские люди очень миролюбивые. Уважаемый Владимир Владимирович, одна надежда только на вас, что вы спасете американских астронавтов. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму ютуб-каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої антикринжатини і перепису того, яким боляче, як вони страждають від свіжих прильотів. Ви не забувайте лишити нам вподобайку і обов'язково підписуйтесь на ютуб-канал Курбанова Лайф, бо сьогодні ми вам покажемо таке. На Росії знову неспокійно, а хто з нами давно, той знає, що я ще понад рік тому пророкувала, що до росіян почне долітати. Долітати в абсолютно різні регіони, і це будуть НПЗ, воєнно-промисловий комплекс, і не тільки. Як тільки ми зможемо наростити свої сили, створити безпілотники, і не тільки, так в них і буде палати. І це ми ще не дочекалися американської згоди використовувати, зокрема, і їхнє озброєння. Тож, ми зібрали усі найпрекрасніші, найчудовіші, найпалаючі кадри сьогоднішнього дня, і що відбувалось за поребриком. А это чё? Оно прям тут сбивает. Уйди с балкона, ё-моё! Ты что, на балконе? Что, совсем что ли? Оба, еще один взрыв. Ух, на себе. Еще один. Вот тебе и уже на Воронеж полетели. Еще один. Пипец. Еще один. Я в шоке. Ну тоже, да? А? Че? Уже на Воронеж, да, летят. Повезти будет лететь. Значит, ты заснул, что ли? Тлейко идет. Как они... Давайте, ребятки, хоть один сбейте. Ловите ох... Опа. Ох. Вот это да. Я прям слышу, он летит. На! Потух. Сейчас дойдет, звук дойдет. На! Вот это, наверное, ПВОшка. Я вот такую видел.
Ну я не... Ой, Ром! Ром! Рома! Бах! Улица План. Слава Украине, кричат, прикинь. Вот и первый местный житель. Напуханный в торбе. В своем репертуаре Рашка. Опять в торбулях. Здравствуйте, дорогие друзья. Обстановка в нашей Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной и напряженной. Ежедневные обстрелы со стороны вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители. Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим, объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня с последующим обращением правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию федерального уровня. Продолжаем возить наших детей за пределы региона, безопасные детские оздоровительные лагеря. Сейчас там находится 5 тысяч детей с начала года, 33 тысячи белгородских детей отдохнули. Всем доброго дня, здоровья и добра. Работу с детьми будем продолжать, конечно, и дальше. Королі пропаганди сьогодні, звісно, теж вийшли на свої робочі місця. З одного боку, нічого особливого, ми вже все це чули. З іншого боку, безкінечно вони переконують свого глядача в своїй правоті і в тому, що тільки вони знають істину. А ще тільки вони вміють аналізувати як світову геополітику, так і ситуацію на фронтах. Понад 2 роки вони розповідають про те, як увесь світ з ними бореться, а вони 2 роки перемагають. Тільки результат, як то казав класик, все ж таки на табло. К миру і дипломатії, тим із вас. Я хочу вновь напомнити вам о горькій реальності. В июні моя страна виступила з дуже щедрим переговорним предложенням в адресу України, учитывая отчаянне її положення на лінії фронту. Неделю назад прозвучал ответ, режим Зеленского выбрал эскалацию и войну, совершив выпад в отношении Курской области. И этот шаг, о котором Украина горько пожалеет позже. Но выбор был сделан. Пока еще мы... Наша страна не то, что на грани беды или уже прямо около нее. Наша страна уже в беде. В большой беде. Беспилотники летают по всей центральной части России, вплоть до Москвы и Петербурга. Они атаковали даже Кремль. Наш Черноморский флот выбивается. Выбивается, как будто мы не великая держава с великим флотом, а какая-то третьеразрядная страна. Корабли, которые могут выпивать, как хотят. Наша авиация практически не работает, потому что она тоже отбивается. Мы стоим на тех же самых позициях, на которые вышли более 2 лет назад, а частично на те, которые мы отступили. Уже 2 с лишним года. Люди, население вымирает, нищает, спивается, всем плевать. Только успевают завозить мигрантов. И все это сделал так называемый президент, великий Путин. Еще обращаюсь к тем, кто находится на линии боестолкновения, на тем, кто в окопах. Вы прекрасно знаете, какое непотребство творится сейчас там. Как в относительно военных действиях непосредственно, с профессиональной и общей точки зрения, так и с точки зрения командования. Вы прекрасно знаете те рожи, которые издеваются над вами и над вашими родственниками. Те гладкие штабные физиономии, которые приезжают на 3 часа в зону боевых действий, чтобы получить корочки участника боевых действий. Которые получают по 3 ордена мужества, не участвуя в боях, а то и теряя подразделение. Награды вообще рассыпают, как фантики, в том числе и самые уважаемые. Ордена мужества и даже звезды героя. Это недопустимо. Этого не должно быть.
мы призываем всех присоединяться к нашему союзу, чтобы спасти нашу страну. Точка невозврата уже пройдена. Когда я говорил с людьми, и потом поговорил с военком, я думаю, что украинцы будут сильно удивлены. Да, чтобы было понятно, более 100 человек в день сейчас, только в Москве, приходят, подписывают контракт. При этом ребята сейчас пошли, это 30-35. Вот что сказал главный военком Москвы. Какой же это все пи***ёж, что... Знаете, то есть это не та реакция, которую ожидали... Я думаю, да. Наоборот, да. Их ЦИПСО разгоняло, что сейчас все испугаются, а у нас наоборот. Причем, вот, что касается молодежи именно, они прям, ну, молодежь все равно поддерживает, дерзкая всегда была, да? И это правильно. Бегать, прыгать, стрелять. А знаєте, де справжнє життя росіян? Ні-ні, звісно, не в їхньому телеку. Не те, що розповідають в теплих, ошатних і дуже дорогих пропагандистських студіях. Правда, вона завжди у соціальних мережах. Тому що там життя росіян без купюр. Там те, що не вигадується і не намагається вони це якось все прикрасити і подати по-особливому. Ні, всю жесть, все дніще свого життя вони саме там спочатку самі фільмують, а потім викладають. Тож, власне, і ми, як і завжди, зробили неймовірну підбірку соціальних мереж росіян. Ох, і панікеров серед нашого люда. Я читаю, знаєте, як я це розумію? Просто читаю коментарі під своїм відео. Там кожен второй на такій лютій паніці, що все, впору йти і вішатися. Ребят, успокойтесь, пожалуйста. Верьте в наших пацанов. Ну, зайшли вони, да. З кондачка залетіли. Да їм реально... Просто прогуляться там позволили. Вы понимаете, что сейчас собираются все силы и средства. Происходит массовая эвакуация людей. Эвакуация происходит с запасом, чтобы нашим пацанам было легче работать. Понимаете? Все сейчас, это все остановится. Сегодня доложили, что 28 населенных пунктов в Курской области под контролем ВСУ. И что дальше? Я вам больше скажу, в последующие дни попадет еще 10-15 под контроль ВСУ. Но это не значит, что это будет продолжаться бесконечно. И в какой-то момент они остановятся, и наши ребята включатся по полной и выкурят всю эту нечисть оттуда. Наши ребята сделают свою задачу достойно. Мы у себя дома, мы на своей земле, дома стены помогают. Это произойдет, как ни крути. Победа будет по-любому за нами. Это решающая битва, Курская битва. После нее действительно все закончится. Но нам нужно отстоять, нам нужно продержаться. А мы, кто не воюем, должны просто верить и поддерживать наших пацанов. Люди и вплавь, и сутки по лесу как-то шли там. Я не помню, там деревня Нагэ как-то называется. Мы ехали в автобусе, мы в шоке. Мы с чемоданов, сумок, кто мог, вот что-то доставали, им свои вещи отдавали. Потому что они вышли вот как лешие, вот буквально босиком, разорванных каких-то майках, с грязными волосами и все остальное. То есть вот я почему сейчас взяла даже шампуни, потому что я им отдала. Уважаемый Владимир Владимирович, мы, отряды Путина, краснодарские, очень просим вас помочь спасти американских астронавтов, которые вместо 8 дней 2 месяца находятся в космосе. И у них там случились поломки, и они без России, без нашей помощи, они не смогут вернуться. Поскольку мы человеколюбивый народ, мы очень просим вас помочь спасти этих людей. Мы, русские люди, очень миролюбивые и доброжелательные, несмотря ни на какие там политические разногласия, мы все-таки просим спасти американских астронавтов, которые в своем уже приличном возрасте находятся так долго на орбите. Уважаемый Владимир Владимирович, одна надежда только на вас, что вы спасете американских астронавтов, у которых возраст уже критический, 61 лет Бучу и 58 Суните. Огромная просьба, помогите, пожалуйста, людям опуститься с орбиты на Землю. Только единственная надежда на вас, что вы поможете. Ты же понимаешь, что я там процентов 90 погибну первую там неделю боев,
ну, я умру. Она говорит, ну, зато ты умрешь как мужчина. Типа, все будут тобой гордиться. И Мишка будет, ну, мой сын, будет считать тебя героем. И жена будет вдовой героя. Я такой, понятно. Помимо моего будущего в России и будущего моего сына, у меня еще отняли мать и пытались отнять жизнь. А взамен мне ничего не дают. Они реально готовы там сыновей продать, можно сказать, в рабство за вот эти 200 тысяч в месяц. Достаточно тяжело было осознавать, что человек, который меня там выносил себе, мне жопу мыл, когда я был маленький, с легкой вообще подачи может просто сказать: «Иди умри». Далі, звісно, буде. Допоки існує Російська Федерація, допоки вони будуть продовжувати свою повномасштабну війну і наступ на нас, в них буде палати і горіти щоденно. Отже, мої друзі, незабаром з вами знову побачимось. Не забувайте лишати нам вподобайку, обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф, коментуйте почути і побачене. Бережіть себе, бережіть Україну!